Re, viss ēters ir te! Самыми оптимистичными сегодня можно назвать музеи. Они не только верят, что нас скоро пустят на выставки, но и активно готовятся к этому моменту. В Юрмальском городском музее не только оформлено, но уже и ждет первых посетителей выставка латвийской художницы Карине Паранянс. Если вы видите яркие краски, цветочные мотивы и крупный формат, это почти точно она, Карине. Выпускница Латвийской академии художеств Карине успела поучиться и во Флоренции. Возможно, оттуда, с жарких берегов Италии, такие яркие краски и насыщенные образы. За последние лет 12 только в Латвии и Юрмале у Карине было более 20 персональных выставок. Это очень много. А все потому, что ее работы востребованы и любимы публикой. И в музей посмотреть, и на стену повесить. Все-таки нам не хватает солнца и красок. Причем сама автор всегда ищет новые форматы, но находит почти неизменно цветы в цветах. Единственное, что исполнение меняется. Плавные линии, которые мне, кстати, очень нравились, уступили место геометрическим формам, которые мне, кстати, тоже нравятся. Но еще больше по душе мне тот факт, что каждая картина, каждое полотно – это отдельный рассказ. Вот это огромное полотно, например, называется «Слезы о несбывшихся мечтах». Мы плачем от тоски, несчастной любви, грусти, печали, надежд. Но человеческая сущность куда глубже. И рано или поздно может нахлынуть чувство ностальгии по тем фантазиям, мечтам и целям, которые так и остались мечтами, фантазиями и целями. Сама автор же признается, что это одна из самых личных и эмоциональных картин из всего цикла. У цикла, кстати, есть конкретное название – «Биосистемы». Если приглядеться, то кое-где сквозь нежные краски проглядывает грубый необработанный слой холста, словно что-то пульсирует от долгих рыданий, разрывая красочный слой. А это момент, когда хаотичные мысли, искры, воображение, вдохновение вдруг обретают конкретную форму и наступает момент абсолюта, космоса. Процесс динамичный, но непростой. Поэтому у нас всегда есть выбор – нырнуть на глубину или остаться на поверхности, только вглядываясь в тайны нашего собственного сознания. Работа-цикл, по большому счету, сансара – возрождение, перерождение, обновление, появление новой жизни со всеми ее надеждами, формами и метаморфозами. Не зря, кстати, главный символ этой выставки – солнце. Оно хорошо просматривается и здесь. Сама Карине описывает свой стиль как калейдоскоп. Вот трудно не согласиться, именно как в калейдоскопе из множества частей складывается некий узор, очень четкий и хорошо просматриваемый. Так и здесь, в ее картинах. Как ни крути, узор все равно будет очень детальным, четким и завораживающим. Эдакая гармония между геометрической конструкцией и пластичностью природных форм. А вот, собственно, и гвоздь программы – картина «Биосистема». И здесь речь идет не о флоре и фауне, а, как всегда, у автора, человеческой сущности. Кто мы, где мы, куда идем, ищем ли Бога, находим ли гармонию внутри себя, неизменным остается только одно – рождение и смерть. И эти линии здесь четкие и неподвижные. А вот между ними бьет ключом жизнь, гений, талант, любовь, счастье, словом, все, что есть внутри нас. Но все, что есть внутри нас, неизменно нанизано на две линии координат – рождение и смерть. В общем, ничто не вечно под луной. Хочется верить, что ограничения тоже имели свое начало и тоже будут иметь свой логический конец. Пока выставку можно посмотреть через окошко с улицы, но я надеюсь, что очень скоро музей откроется, вы придете сюда и сможете посмотреть картины лично. И если у нас лето обещают дождливым и холодным, прийти сюда за порцией солнца и красок надо непременно.